Что ты говоришь? Где ты есть-то? Да. Ведь, не набрав нужного веса, может даже построить берлогу и залечь в спячку. Молодец. Но есть вероятность того, что он проснется посреди зимы от голода. Тогда он выйдет из убежища в поисках еды и, скорее всего, погибнет от истощения. Такой судьбы для наших подопечных мы точно не хотим. До перевода в вольер измерять медвежат было просто. Взял их в руки и положил на весы. Маркиз. Сейчас их даже поймать голыми руками невозможно, не говоря уже о каких-то замерах. Теперь, чтобы понять, насколько наши подопечные готовы к взрослой жизни, необходима целая спецоперация. Вот бахтельвалируется. Видим, как их пощупочно. Резервуар даже поехать не с ними разрешено. Ну чего ты тут дерешь? Просто дикой природы и отсутствие здоровья. Где-то надо необходимое. Мы сегодня. Через неделю к нам приедут ветеринары, которые 9 месяцев назад обследовали медвежат при поступлении в школу.